Что такое синий экран Windows XP? Видите, уже прописано на это слово. Так, почитаем. Машина экскатион. Видишь, уже слова на английском. Видео написано. А, не отвечает на этом экране. Так, эта операционная система содержит его Windows 7. А вот на компьютер компакт писали. А вот это компьютер компакт писали. Или но я хочу установить Windows XP и Windows 7. Так, на этом экране. Экране. Вот, на этом компьютере. Вот Lenovo. И это компакт Presario Q57. Так, видимо, заявляется синий экран. Так, я этот синий экран прозвала. Видимо, написано на английском. На русском языке не написано. Вот, вы можете, видимо, написано System Administrator. Вот, вы можете на XP перезагрузить компьютер вот с помощью на эту кнопочку материнская плата Foxconn. Минис не отвечает на этом экране синий экран смерти. А, написано Disable BIOS Manual Options. Видишь, вот вы как правильно переключать компьютер. Так, ладно, что? Ну ладно, перезагружаем компьютер. Компьютер вон должен загрузиться. Так, вот. Диск. Так. О, так, это кнопочка. Ладно. F1. Один кольцо. Так, я покажу диска Windows. Так, это установочный диск. Windows XP Home Edition. Установочный диск. Так. Windows установочный диск. Windows Vista установочный диск. Windows 2000 тоже установочный диск. Так, все. Ну а теперь на XP Professional, если уже синий экран произошло от компьютерного вируса. Ну что, все. Увидимся в следующем видео. Спасибо. До свидания.